У нас выпал снег. А вот такой большой-большой комок снега. И София играет с этим снегом. Владик нам сюда его принес, скажи, такой большой, можно и руками, и ложкой, что угодно с ним делать, да, играть как. Тебе нравится снег? Доча, оторваться не может. А сейчас я покажу, что у нас на улице. А на улице вот такая красота. Причем весь январь был солнечный, тихий, спокойный, ну, относительно теплый, но был солнечный, самое главное. Все говорили, жди, снега в феврале 100% будет. Вот он и пришел. Машин практически нет, ну, редко ездят, конечно. Наверное, у кого полный привод и, возможно, у кого резина. Вот сейчас какая-то едет, мы сейчас посмотрим, как она будет скатываться с этой горки. Слышно, слышно, слышно. У нас же здесь горка. А я видела, он наверх поднимался, наверное, в школу ребенка отвозил. Ничего, нормально съезжает, не заносит. В общем-то, вот такая у нас погодка.